Ассаламу алейкум, ребята. Мы в этой самой, ну, в ней, короче. Не в которой вы думаете. И не в другой тоже. А это в глубине, короче, канадских руд. Ой-ой-ой. Только что одну переправу наладили. И это. Едем дальше. И вот это, там что-то я это замедживался на ходу, что-то обернулся, поправлял инструменты, потому что это тарахтит, сволочь, лопата, мотыга, то все. И в пятак как получился, ушел с курса, ушел в кусты. Ой, старый стал. Пацаны, грибы, грибы, смотри, есть гриб. Крупный такой. А тот рядом вроде мелкий поляс. Что за фигня, блин, все лето ни херена, а теперь смотри какой. Лопух стоит. Как думаете, съедобный, нет? Фу, поехали дальше. Нам еще столько переправ всяких делать, пацаны, сегодня вообще не поверите. Фу. Короче, направо пойдешь, дурак будешь. Налево пойдешь, тоже дурак будешь. Херач назад, Вованыч. Пацаны, извиняйте, я камеру не включал, ничего вам не показывал. Ну, пробились мы, пробились. Ручки поцарапались, смотри, все красненькие какие-то. Ага. Ну, блин, нарубались, пацаны, больше, чем Василий Иванович и ваш придуманный щерс. Ага, и это бензопилой тоже цепочку затупили, ну, напилякались, охереть. А специально оставляем вот такие, чтобы злыдни не шастали. Вот, ну, ага, смотрите, пацаны, вот леший с нами заигрывает что-то. Смотри на деревах, что он там делает, а? Нахрена вот такое спрашивается? Ну, страшно прямо, аж жуть это, блин, вечерят уже, однако. Ну, знаете что, пацаны, сейчас, короче, ноги в зубы и рвем. Потому что это весь день солнышка нету, очень прохладно, так мы спотевшиеся совсем, мокрые все насквозь. Ага, и хочется выбраться отсюда засветло как-то. Ну, короче, миссию мы выполнили, пацаны. Ой, миссию выполнили, я почти что довольная. Может, даже я когда-нибудь с прицепчиком сюда пробьюся. Ну, почему, сами знаете, да? Зачем нам сюда надо? А если не знаете, тоже пойдет, тоже нормально. Так, все, пацаны, сейчас дусту и бежим. Ну, блин, а зачем включил камеру? Вот, ну, соврасочка, вот такой маленький вроде, да, такой безобидный. Так, а блин, таскает меня, фу-фу-фу, блин. Хоть это постучать почему-нибудь. Ну, все, побежали. Иногда путик проходит через такие вот каньоны, ну и когда сильно заросшая высокая трава, то не видно, где огромные камни там или бревна или всякое. Я расчищаю так по мере возможности, чтобы, ну, нормально хотя бы можно было поехать. Смотрите, лосик поскользнулся, видите, вот след лосиный. Ага, они здесь гуляют. Ага, и вот видите, вот какие вот каньончики такие. И вон там, где зеленые дерева, там только он кончается. И вот таких вот много. Почему? Потому что это через болото, видите. Ага, и бобры затапливают, и всякое разное. И дядя Вова здесь тоже как бобер лазил. А зачем? Собирал дикую мяту, пацаны. Дикую мяту. Вот здесь мешочки. Вот. Не знаю, баксов 50, может, а может 100. Ну, дело даже не в баксах, а просто, типа, знаете, ну что это, не бездельник полнейший, а приехал домой такой герой, кормилец, типа, вот что, дети заждались от меня, да? Это самое... Ну, вот это, а папка вам мяты привез. А, вот это не мята, но похоже, сволочь такой. Пацаны вот и девочки, вы представляете, вот что у меня есть разрешение вот так подойти с бензопилой к этому дереву, ко второму, не которое справа, а которое слева, вот так, на первое, второе, рассчитать слева, ага, равнение налево, и его спилить вот так, представляете? Представляете, блин, вот тут офигеть, да, блин, пацаны, где находимся, короче, и девчата тоже, вот угадайте, вот смотри, вот столько всякого барахла, вы думаете, наверное, о, где-то, на другом континенте, морем, как аргонавты в старину, и не просто, блин, люди гадали, что за дурак двойной лодкой едет, а что, думаю, один пробьешь где-нибудь, мы люди степные, видишь, он там дерево торчит из воды, видишь, нет? Ну, не привыкшие, значит, к эти водные просторы всякие разные. Ну, херанешься, где-то лодка утонет, а у тебя запасное есть, как положено, настоящего джигита, второй этот всегда в кармане не лишний. Ну, шучу, пацаны. Смотри, подписал, что сивильский цирюльник, короче. Спрячем эту лодочку сейчас в надежном месте, и будет у нас вообще, и австралийский континент тоже наш. Все наш, кроме талибанов, остальное все наш. Вы слышали, товарищ Путин и товарищ Лукашенко поздравили талибанов с честной победой в очередных выборах?
Вот так как-то. Блин, тяжело переводить вам новости, елки-палки буржуйские. Так, пацаны, разгружаемся. Короче, план эту лодку перебросить сушными путями на другие водные путя. А потом еще столько всякого разного. Такие планы у нас вообще вам даже и не снилось. Ну, ну хоть дошли, и то хорошо. Но что мы сделаем сегодня, вот в жизнь не угадать. Вот жизнь, вот клянусь, зуб даю, вот, что хочешь. Любой мама любого чекиста клянусь, блин. Хер угадайте, что будем делать сегодня на этом континенте. Мы будем кушать зеленый огурец, который нам с собой дала тетя Оля. Ну, переживает, думает, вдруг это муж обессилеет, правильно, но... А муж, блин, что, зря деды воевали, что ли? Он херачит эти напитки вкусные, лимонады всякие, кока-колы, да пепсики, да всякую херню. Ща он будет квасы, ага, и, блин, и боярышники, и, блин, и эти крыжовники, блин, или как там нафиг, поющие в терновниках, гречки долбаные всякие. Нихера подобного, деды не затем воевали. Так, все, насчет дедов чуть-чуть прокатились, давайте работать нафиг. А за кормою уплывал всякий разный шайс. Это самая, блин, трава у дома. Сейчас заведем. Я заглушил мотор, чтобы съемки снять. Короче, пересели с большой шаланды на маленькую. Ну, на маленькой тоже моторизированные. Моторизированные, блин. Чего нафиг? Зря деды воевали, что ли? Уже старенькие, не хочется веснами херачить тут, колбасить по воде. Пойдем порыбачим. Хотел посмотреть, сколько времени вообще. Вы знаете, вот уже много-много лет, вот не знаю сколько, с 13-го года, как я уволился, часов не наблюдаю, короче, до того счастливая. Ну, и вообще, иногда вообще, блин. Ну, хотя бы, ну, в леса пойдешь, хоть GPS иногда есть, там, включишь там это. Ну, приблизительно, он тоже, сволочки, там, время там московское любит показывать или какое. А сейчас вообще, ну, вон солнце, вон где, короче. Мы поработали на славу, пацаны. О, смотри, там лодки валяются. Мы тоже туда потом причалимся. И вот, видите, цепочку взяли, и этот самый, эй, с удочку сломаете, блин. И замочек от честных людей. Мы там лодочку поставим, чтобы у нас здесь лодочка была. Потому что здесь места хорошие такие. Будем иногда наведываться. Пацаны, стоит здесь блеснить, нет? Наверное, нет, да? Одно расстройство только, блин, будет блесна это в траве. Сейчас мы, короче, это, дернем моторчик. И это. И пойдем. Вот так вот. Потому что плавает, сами знаете кто. Ну вы же, конечно, вот хотите прямо аж пищите. Вот я его покажи, как японская техника заводится. Ща. А, блин, мудаки вы, блин. Позорные, елки-палки. Эту хернюшку же надо же ставить, блин. Это как ключ зажигания все равно, блин. Конечно. Я понамбы, блин. Не тяпля, блин. Не какой-то, блин, там это, Заря, Восток, спутник, блин, восход нафиг. И не орите сильно, хочется что-нибудь живность увидеть тоже. Короче, по этой, там протока есть секретная, сейчас мы по ней и на огромное озеро выходим. И там Джай-Ляо, там все открыто. И там мы блеснеем, мы материмся. О, еще огурец кушать будем, во. Ну, с Богом. Ах да, пока не забыл, мудачье, блин, не Украина, а Украина, и не украинцы, а, блин, украинцы, вот так вот, украинский язык, украинская страна, украинские люди, украинцы, вот, ну. Сегодня все сурово, пацаны, все офигенно, мудак заболтался. Меня друзья встречали, и даже это мотор не это самое, надо его. Так, попробуем, короче, посмотрим, выдержит наш прицеп или нет. Смотри, какой закат, какой закат. Ведь Оля будет ругаться, поздно я приехал. Ну шо ж, зато вооруженный. А рыбу хотите, да? Посмотрим. Я же не просто, блин, как чмо там, елки-палки, я же, блин, как дед щука, смотри, каких щук на сандалиях, смотри, огромные, просто крупные, исключительно крупные. Все, пацаны, хорош баловаться, давайте, одеваем сапожки, червячки, значит, и пытаемся заехать на этот прицеп. Динамит еще живой, а вообще осталась пленка еще в камере, хочу вам снять. Вот этот вот букет я нарвал, значит, самой красивой женщине, видите? Вот какие цветочки прямо офигенные просто, офигательские просто это. Меня комары имели, а я собирал, слезы, сопли вытирал, чтобы это педали прикрутить. Это. Пойдем еще что-то покажу.
Этот черт его знает, что, пацаны, по-моему, это чеснок тут. Это мята, мята, которую я вчера собрал. Видишь, тетя Оля молодец. Перебрала тудым-сюдым, все это порезала и шушит. А это, пацаны, вообще в чашке. Фиг угадаете. Ну-ка, ну-ка, свет, свет, давайте свет. Киномеханик, что такое? Это мак, пацаны, мак. Чтобы маковые росинки во рте были. Сейчас еще что-то покажу. Это магаз. Это вот эти, блин, грибочки, которые я собирал, да, что-то уже не жрется, блин. Мы их продаем в 3-4-5 раз дороже. Блин, хотел показать, нету, пацаны, вы пролетели. Облом, все, блин. Короче, заикнулся вчера. Говорю, тетя Оля, там тортики. Во, смотри, смотри, видишь, торты. Это не торты, надо говорить, а торты. И тетя Оля взяла и забацала мне такой тортярище, блин. Просто так вот, ни с того, ни с сего, чтобы муж это не похудел. Вот, вот. Шоколады любите? Берите, жрите. А вообще тетя Оля молодец, кудесница. Видишь, вот еще дюжина этих ватрушек. Cinnamon buns. Короче, это, ой, народ от них тащится прямо, аж писают в штаны прямо. Аж это, ну, с пемперсами с полными уходят от счастья. Вот прямо иногда увидят, говорят, ой, я все прямо заберу. Ну, ну, тетя Оля, ну, молодец. Вот настоящий джигит всегда поможет жене посуду мыть. Видишь, поставил шайтан арба вот такой, и он там херачит, и посуда моет, значит. Горячим водом прямо на выходе блестящее все, сухое и горячее.